Если не успеешь поставить лайк за 3 секунды, перед тобой появятся страшные сленди-пузики! Ёкале мене! Ёкарни баба! Где я нахожуся? Сленди-пузик! Тинки-винки! Ё-моё, что это за место-то такое? А там еще и по сленди-пузик страшный. А там что, ляля что ли? Тоже сленди-пузик страшный. Капец, это вообще где я? Дипси? Это Дипси? Дипси, Дипси, Гимиха, Липси, Липси, Гимиха. Там все сленди-пузики в одном месте. Не понял, это что? Ух, ё-моё, блин, мужики. Димон, ты чё там, ё-моё, обтекался, что ли? Да вообще, кошмар снился. Я, короче, по дороге бежал, по мосту, то ли по виадуку, чи шо, не понял. Смотрю слева, Тинки-Винки, потом По, потом Ляля, и все это сэнди-пузики. В конце какая-то это ловушка, они меня, короче, начали убивать, и я проснулся. Ого себе, слушай, напомни, а сленди-пузики это типа страшные телепузики, да? Ну да, сленди-пузики, страшные монстры, это не простые телепузики, а страшные сленди-пузики, сленди-тюбисы, блин. Ага, нифига себе приснилось тебе. Ну слушай, тебе это, все равно на обход надо будет идти, понял? А, ладно, сейчас пойду обойду, я сейчас по камерам посмотрю, мужики. Ну, камеры чисто, как всегда. Мне, знаете, нравится работа охранником. Вон, можно сидеть, играть в шашки и в шахматы. Да, можно, кстати, спать. Андрюх, тебе шах и мат. Да, не можно понял. Смотреть по камерам. И вообще, работа охранника, парни, самая лучшая работа в мире. Сидишь, ничего не делаешь, а деньги капают. Ну да. Ну да, это кайф. Еще ночью можно спать вместо того, чтобы работать. Ну вот, да, Димон? Ага, кстати, Андрюха, тебе реально шах и мат. Да еще какой, детский, блин. Тебя Бабян переиграл. Ну и ладно, в следующем кону я его выиграю. Ага, ладно, мужики, я быстро на обход. Бабян, ты пока это, может, картишки раздай, сейчас приду. Давай, давай. Давай, давай, удачи. Ох, ну приснится же такое вообще, сленди-пузики, это вообще какой-то прикол. Жесть, их же не существует, и это вообще все выдумка и вымысел. Ладно, все чисто, спокойно. Ё-моё. 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 Мужики! Ё-моё, да ну нафиг! Это был Тинки-Винки, мужики! Чё случилось, чё? Да, я увидел сленди-пузика Тинки-Винки фиолетового. Он там стоит в ангаре номер один, парни, я не шучу. Эй, Димон, иди умойся. Бабя, ты чё все почки сожрал? А, вон, открывай диско шампанское. В смысле умойся, пацаны? Идите за мной, вы чё, не верите? Возьмите оружие, там реально сленди-пузик стоит. Ладно, если так, если его там не будет, у себя шава, понял? Ну... Я вам чё, врать буду, парни? Хоть раз врал вообще? Ну, вчера, да. Ага. Вон, идите, где, посмотрите. Где, я не пойду первый, вон дальше, в ангаре номер один. Ты же в натуре. Вы чё? Ну ты даёшь, блин. Дальше пройдите. Ну? Дальше пройдите. Бабян! О, блин. Ё-моё. Слышишь? Парни. Чего? Нейтрализовать надо, ты реально? Чё за маскарад такой, Димон? Ты чё так, слышь, мистер, стреляйте, парни, отсюда, по нему лучше, блин, гасите его! Здесь ё-моё, это сленди-пузик! Бабян, засечи палаха, Витер! Чё это такое у него? Блин, я же говорю, что они страшные, блин. Стреляйте по нему, парни! Это да, давайте гасите его, пока блин, он нас не убил, Андрюха, ты можешь стрелять, блин! Да я стреляю, стреляю! Что такое-то, а? О! Нифига себе, чё, он сдох, что ли? Всё, парни, ну-ка, дайте посмотрю, реально сленди-пузик! Натуре! Это вообще, парни, давайте закроемся в нашей смотровой и не будем вообще выходить. Да, а что в таких отсюда. Случаях вообще делают мужики? Честно, я не знаю, что в таких случаях делают. Ляля, Дипси, По, они это все они здесь. Все сборы? Как ты, в моем сне, себе. Парни? Как в моем сне патроны гасите, кончились? Гасите, их, патронов нету. Натуре. Ё-моё, парни, гаси! Кулаками, кулаками. Кулачками, кулачками, кулачками. Жесть, ты мужики. Отрабатываем двоечку. Настоящие сленди-пузики. Земля трясется, пацаны. Бобис. Бобис, Андрюха, да. Бобис вырубили. Бобиса вырубили, Андрюха. Ё-моё. Ибо, давай. Сейчас я их завалю. Андрюха. Ё-моё, парни.
Телетюбис. Слэнди-пузики. Димон, братишка, вставай! Чё вы орёте? Давай подъём. Я чё, опять уснул на посту охраны или чё, блин? Типа того. Нифига подобного, братан. Ё-моё, нас это вырубили же, Слэнди-пузики, где мы находимся? В каком-то месте. Я бы сказал, мы в полной заднице, бро. Это чё, лабиринт, что ли? Похоже. А! Чё? А, блин! Ё-моё, Слэнди-пузики! У вас оружие осталось! Нет, у меня ничего не осталось! Одного победили же, убили! Да, одного победили, они, походу, нас это запихнули в лабиринт, пацаны! Там еще один красный был! Не-не-не, стола у меня нету! Да там дальше, блин! Давай сюда, в эту сторону пойдем! Давай, реально же какой-то лабиринт! Там был По или Аля, блин! Ай! Чё ты орёшь так? Тихо-тихо. Как бешеный, а? Тут еще один! Дипси, а там... Не стойте! Пройдите обратно, уходите! А чё, два красных, что ли? Не понял, стоит. Они что, клонируются, что ли? Непонятно, парень, их очень много. Чего вы так кричите, как безумцы, а? Да потому что страшно, ё-моё, вот. Безумие. Все, аккуратно, за его спиной прошли, и все. И все! Ага, блин, ага, пацаны! Фига, на, блин, слышите? Я не понимаю, все трясется, уходи! Ё-моё, пацаны, тут красный! Ё-моё, капец, парни, зажали! Нам не выбраться! Пацаны! Ё-моё, мужики, шеф, беги! Бегу! Ну что ж, дорогие друзья, сегодня мы будем выбираться из лабиринта, и охотиться на нас сегодня будут страшные Слэнди-пузики. Опасная Ляля, Дипси, По и Тинки и Винки сегодня будут преследовать нас в лабиринте. Наша главная задача с пацанами — найти выход своими ножками, либо найти спасительный портал, который также нас приведет к выходу, и мы с пацанами выберемся и останемся живыми. Но если мы не сможем найти выход, мы навсегда застрянем в этом лабиринте, и нас сожрут страшные Слэнди-пузики. Парни, вы вообще понимаете, в какую движуху мы попали? Мы попали в лютую задницу, как я уже сказал. Да, Бабян? Да-да-да. И это вообще, друзья, жесткая суета. Поэтому никогда не заходите в этот лабиринт, потому что страшные Слэнди-пузики будут преследовать вас. И наша главная задача, друзья, сегодня сбежать. Как только мы забежим в этот лабиринт, опасные Слэнди-пузики активируются и побегут за нами. Но... самое страшное, что помимо вот этих четверых Слэнди-пузиков, в самом лабиринте огромная армия раскидана по разным углам, которая обязательно побежит на нас. Бабянчик, ты что там, боишься? Да, я боюсь, парни. Ё-моё, давай вылазь, ребята, надеюсь, поддержат нас в комментариях. Обязательно, друзья, поддержите нас, поставьте лайкусик, ну и пожелайте нам удачи. Ну что, парни, вы готовы? Давайте, мужики, попробуем выжить, выбраться отсюда. Ну все, раз, два, три, погнали, Вавиан, они активировались, друзья. Скорей, ё-моё, бежим в разные стороны, пацаны, живчиком убегаем. Валя, меня выпожил фиолетовый. Ой-ой-ой. О, Бабянчик, я видел тебя, Тинки-Винки, там ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Над головой, Андрюха, сверху, Дипси, назад. Да зажало-то как, люто. Зажали и жестко закинули. Их было двое. Два лучших друга. Мужики, а вы знали то, что здесь есть порталы? Ну да, порталы, я же говорю, надо прыгнуть в портал, и переведет он к выходу. А, ну да, но почему-то меня он привел не к выходу. В смысле, Бабян, а куда он тебя привел? Какие-то аномалии электрические. Ты слышал? Это что, оказывается, еще есть и неправильные фейковые порталы? Обманка? Ну, получается так, да, все верно. А ну, слышь, Андрюх, а ну-ка подойди. Чего? Ё-моё, дай понюх. Что такое? Фу! Чё такое? Андрюха, ты чё так перепугался с Слэнди-пузиков, что штаны нагазовал, блин? Ну нагазовал, что такое? Смотри, он висят. Вон, вообще, короче, а где остальные парни? Почему только Тинки-Винки? А может они в лабиринте? Ё-моё, не знаю. Ладно, парни, короче, вторая попытка, ребят, у нас убежать, погнали, пацаны, все, гоу. Вперед. Гоу. Попробуем выбраться. О, назад! Вышли, Андрюха, вышли, там гады. По, там красный! О, опа! Закинули меня, пацаны! О, да закинули! И в полете шиндарахнули! Братуха! Ты что залепил? Ты что такой дерганый? Зачирься, друголёк! Нормально все будет! Давай, ты там только не трогай нас, хорошо? Мужики, смотрите, что с ним происходит. Ё-моё, Андрюха, да ты лучше бы с ними не разговаривал. Ляля, Дипси, посмотрите, ребята, это самые страшные, блин, на мой взгляд, Слэнди-пузики. Это какие-то вообще крипипасты, блин, ходячие. Во, я бы сказал, что они бегачие. Так, ладно, подождите, парни, стой, Бабян, не бегай, голова кружится. Давайте обдумаем план, пацаны. Так, у нас есть фейковые порталы и огромное количество монстров. Нам нужно всего лишь придумать, как выбраться, все просто.
Найти праведный портал. Правильный портал, а ты, Бабян, что скажешь? Я думаю тоже найти правильный портал, но знаете что? Ау. Вот я вижу, там башня какая-то стоит, может до нее попробовать добежать? Так, Бабян, там и есть выход. А, ну да, погнали туда тогда. Ну давайте и попробуем найти путь. Ну что, погнали, пацаны, блин, только аккуратно, побежали! Бежим, бежим. И, парни, помните, не тормозите, если вы заткнетесь, запнетесь, вас убьют. Да, я понял. Да, надо аккуратно бежать. О, портал, я первый портал нашел. А ты туда прыгал и умер. Не, я сюда не прыгал ни разу, кстати. А, ну прыгни, проверьте. А, тут этот пришел. Там еще и желтый. О, Бабян, нифига себе, волной меня откидывает. Капец. Жесть, меня током ударило. Парни, зеленый портал, прыгать не прыгать. Прыгай, 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 ну, прыгай. Это возможно на выход. Зеленый. Ладно, зеленый. Правильно. Погнал. Оу. Там еще и слондипузики. Офигеть. Слушайте, парни, вот они снова все в сборе, блин. Ага, вернулись все. Ага. Слева направо. Все вернулись. И это жесть, парни, а вы кого больше всего боитесь? Ой, я боюсь вот этого зеленого, он вообще какой-то гуманоид. А ага, я боюсь ага. По, посмотрите на глаза, да, По. Да, вообще жесткие. Хотя а они все страшные. А ты, Бабян, кого больше всех боишься? Я всех боюсь. Всех боишься? Если честно, я Андрюху больше всех боюсь. Не понял, почему. Потому что Андрюха, если газанет, накроет облаком и вообще жесть будет. Ага. Не надо. Короче, друзья, наверное, вы не пожелали нам удачи, потому что что-то мы выбраться не можем. Ладно, парни, давайте бежать зигзагами. Давай зигзагами. Все, let's go. Мы так и бегаем вроде. Опять они активировались там, пацаны. Но я в тот раз в портал прыгнул, он меня погубил. Больше не буду. Зигзагами, зигзагами. Портал погубил. Так там же выход, наверное, на каком-то портале должен быть. Ну правильно? Да, только надо, блин, найти правильный портал. Я не знаю как. Ну, да, я думал, да, зеленый правильный. О! Меня зеленый харкнул. Слышите? Я в портал прыгнул. А может, фиолетовый правильный или голубой? Ой, ну, там типси бегает. Попробуй, попробуй. Дипси, дипси бегает. Да прыгай, что-то не бойся. Да мне страшно, пацаны. Ой, еще фиолетовый, розовый. Мне очень стрёмно, пацаны, я не знаю. Это... А, догнали, 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 догнали. О, портал попал и умер. Ну дела. Мне кажется, мы отсюда не выберемся. В смысле, если ты будешь так думать, тогда точно не выберемся. Да. Ну вы сами подумайте, я прыгнул во сколько? Где-то в 5 порталов, и ни один на выход не ведет. Плюс еще и эти за нами гоняют. Ну и что, Бабиана, вдруг мы найдем какой-то портал? Да как, выберемся? А, да. Ну точно. Да, я думаю, надо, парни, так и действовать. Ладно, погнали, попробуем. Давайте вместе побежим. Давайте все вместе. Я первый, парни, вы за мной, погнали. Хорошо, погнали. Давай, веди нас. Бежим все вместе, мужики, все вместе. Не останавливаемся до конца. Кто-то побежал налево-направо. О, беги, беги. Все, капец. Ой, бежите за мной, пацаны. Сколько их много, уже нет. Не-не-не, мы разделились, нас разделали. Ё-моё, опять зеленый портал. Получилось. Ух ты, нифига. Ё-моё, пацаны, Бабиана раскинул. Ай! Андрюха, ты как это оказался вообще? Я не знаю, блин, Андрюха. Ой, там красный бегает и зеленый. Крутишки, тут тишки. И фиолетовый. Вот тебя разложила на соля молекулы. Бабян, ты что расселся? Выбираться пора. Я все, я устал, я больше никуда не побегу. Все, пацаны, давайте побежим. Надо бегать, надо искать выход. Спорт, я думаю, мы должны выбраться будем, иначе мы тут останемся навсегда и умрем. Согласен, согласен, натуре, погнали. Ладно, ладно, короче, искать. Была не была, пацаны, побежали. Бежим. Ищем, вперед. Пацаны, выходы. Куда вы делись, парень? Да, Бабян, ты куда пришел? А ты куда пришел? Ё-моё, Бобис, а ты куда? А ты куда? Капец, нифига да себе. Да помогите мне, куда вы делись? Мы очень далеко, Бабянчик, где ты? Что нам делать? Я не знаю, Бабян, куда бежим? О, портал, я пойду в него прыгну. Я тоже, давай на раз, два, три. Раз, два, три. А я выбрался, Бабян. Как? Не знаю, я в голубой прыгнул. Есть зеленый, розовый и голубой порталы в башню ведут. Не Бабян, повезло, тебе не повезло. Надо было со мной прыгать, Бобис. Надо было, надо было. О, ну дела. Шеф, помоги, спаси нас. Я выбрался, парни. Вот ну это давай. Четкий кайф, ребята, это просто лайкусик. Я выбрался. Ну дела, Бобяк. Шеф выбрался и забыл про своих друзей, представляешь? Да, вообще кошмар, а что нам теперь делать, как нам выбираться без него? Бежать, что могу сказать, давай рванули тогда. Ну погнали, погнали. Короче, погоди, блин, погоди. Мужики, я выбрался, они меня сделали с лэнди-пузиком ляей, капец. Это вообще. Оттуда вытащить, слышь. Так и короче, парни, погоди. Я теперь стал злым, и я буду мешать вам выбираться из этого лабиринта. Друзья, представляете, я выбрался, и меня сделали с лэнди-пузики одним из своих, блин, монстров. Теперь я вот такой опасный. Смотрите, пацаны стоят, я их так бам. Ты что делаешь? Вот так, слева, справа. Не надо. Вот а так может, вот. Ты это, не надо так делать. А как? На, Бабиан. Сейчас тебе, Андрюха, на, вот да так. Да что? Ты же добрый был. А, давайте, парни, даю вам фору. Раз. Ого, два. Тебе
Бежим, Боб! Три, я убежал. Четыре, пять! Я ну что ж, слендипузики, в атаку! Все, пацаны, мы бежим за вами с армией слендипузиков! Да, попробуйте, давайте, найдите! Да, сейчас мы попробуем и найдем вас, да, Бобби? Нет! Бобби! Где он? Опа, Бобянчик! Опа, Бобби-са убили! Так, сейчас попробуем Андрюху найти. Где там наш Андрейкин ходит? Ой, так далеко убежал! О-о-о! Поймали. Блин, Андрюх, давай отсюда быстрее убежим. Здесь нам лучше не находиться в таком окружении. В натуре, тем более тут это, смотри, желтый-то импостером оказался, а не другом. В натуре. Короче, пацаны, вам 3 секунды даю форы. Раз. Раньше было 5. Два. Ладно, ну, пожалуйста. Три, уже. Пацаны, это ваши проблемы, что вы не успели побежать. Ага, конечно. Это ваши проблемы. О, кто там стоял? Бобянчик? Где? Куда его? Бобяна закинули. Ля-ля, убила. Ля-ля. И Бобяна, и Андрюху, всех я уничтожил. Слушай, Димон, а где твоя братва, а? Куда подевалась? А теперь я один буду вас кошмарить, парни. Теперь вам точно не выбраться. Да ты еле ходишь, ёбан, ты не справишься. Ладно, даю вам фору. 7 секунд. О, спасибо, 7 секунд. Бобян, ты что там? Да-да-да, побежали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 7. Ну что, друзья, погнали, попробуем найти этих пацанов. Давай попробуем. Погнали, ой, попробуем найти. Дебри забежал. О, Бобян, да здорово. Что? Где ты есть? Где ты есть, Бобян? А я здесь. Я убежал. Бобян, а я уже Вася, тут. Найти. Бобянчик, а я тебя найду. А где Андрюха, блин? Я не знаю, надо его теперь найти. О, Бобянчик. Да что а я сверху. Что такое? Андрюха, а ты где? Спину. Я не понял. Где там Андрей нас гуляет? Я не подбегаю. В смысле, так быстро? Вот. Это что такое? Сын, не убивай, не убивай. Да его. Все, сейчас мы Андрюху, главное, чтобы не успел до башни добежать, ребят. Сейчас я его перехвачу. Ты ну перехватишь, шо? Я уже это, блин, на месте посидишь-то. В смысле, ты до башни добежал? Ты что, выход нашел? Фига он, блин. Да дури! Пока мы там бегали за Бобисом, ребят, Андрюха нашел выход, чё? Как мышь нашла. В натуре, я не верю, если ты на башне покажись. Сейчас поднимайся, не переживай, друг Алёк. А ну, ребят, на туре, что ли? Андрюха, блин, вон он, ребят, он выбрался. Ну все, теперь ты будешь тоже с лэнди-пузиком. Ага, давай. И что ты ко мне ползёшь? А ты стой на месте, если мужчина. Смотри на меня. Вообще не двигайся. А что ты? Не двигайся. Все, ты с лэнди-пузик. Ля-ля. Бобби! Ну что, Бобянчик, нас теперь двое, а ты один, у тебя последняя попытка. По одному, шакалы. Давай, иди, сколько ему фору дадим, Андрюха? 2 секунды. 2 секунды. Раз, два. Рванули. Все, мы погнали, Бобян. Давайте. Мы уже идем за тобой. Я не умею ползать так, как ты делаешь. Так ты толстый, потому что. Не понял, зато я прыгаю весело. Ты толстяк. Вот он, в углу. Где-то где-то здесь бегает. А вот он, Андрюха. Нет. Лови его. Сейчас поймаю. Я не знаю, куда он пошел, Андрюха. План перехват. Андрюха, план перехват, я не вижу его. Ну давай поднимись наверх уже. Так, я поднимаюсь, мне не поднимается. О, я как так? Так, Бобян, а куда он делся, Андрюха? А, вот он, туда его, бей. Ай-яй-яй-яй-яй. Все. Хорош, братан, дай пятюню. Поймали. Ну что ж, уважаемые дорогие друзья, а на этом наш увлекательный видеоролик заканчивается. Мы с парнями надеемся, что вам все понравилось. Обязательно подписывайтесь на наш канал. И не забывайте про лайки, про колокольчики и про положение комментариев. Нам сегодня веселили, развлекали, конечно же, как всегда, Оверфани и Бобби. Всем спасибо и пока-пока. Всем бай-бай, дорогие друзья. Адьё, чуваки.